Да, здравствуйте. Я везу вот эту машину, я же могу ее везти? Куда именно? Какую? Оранжевую? Да, вот, смотрите. Нормально все с ней, как думаете? Просто я... Номера знак нечитаемый. И что это значит? Это то, что значит, что нужно пробивать по базе данных, уточнять, что с ее регистрацией. Вы сможете пробить? Смогу. Давайте попробуем. Гражданин, можете, пожалуйста, отъехать на данном транспортном средстве? Да, отъедьте, пожалуйста. Давайте попробуем, пробьем. Хорошо, для начала, секунду. Что для начала? То есть я не могу в нее сейчас сесть и поехать, да, верно? Офицер, то есть я не могу, да, на ней поехать? Ну, поехать на ней можете, но раз вы ко мне уже обратились, я вижу, и нам нужно будет проверять это. Ну давайте проведем, не будем ждать, мне просто интересно. Хорошо, раз вы так настаиваете. Секунду, я в телефоне напишу кое-что. Здравствуйте. Доброго времени суток. Что тут? Разбор с транспортным средством.